Всем привет. Всем привет. Сегодня мы идем устраивать Полину в школу. Это Canadian Foreign Language School. Она находится не очень далеко от нашего дома. Не очень. Да. И это одна из самых лучших школ, которые есть в нашей округе. Наша знакомая обладает хорошим знанием китайского языка, и она просканировала, собственно, весь район в поисках самой лучшей школы и наткнулась на это. Да, то есть мы пошли по рекомендации, получается, наших знакомых, да. Вот они. Она сказала, что в классе будет 5 русских, русскоговорящих, да? Сегодня сходим, посмотрим, узнаем школу, как она там выглядит и так далее. Узнаем о цене и как добираться до сюда. То есть либо мы будем добираться на автобусе, либо будем возить на мопеде, наверное. Посмотрим, не знаем. Вот, Поля, как тебе школа твоя? Пойдешь в школу? Да. Что такое расстроенное? Ура, я иду в школу! Так что, получается, в этой школе Полина будет изучать китайский и английский. Китайский и английский язык, потому что половина уроков будет проходить на китайском языке и половина уроков на английском языке. Да. Здорово то, что в классе 5 русскоговорящих детей, и если что-то непонятно будет, то они будут между собой общаться, спрашивать. Правильно? Поля будет о чем поговорить с детьми, кто-то по-русски говорят. Ну давайте пойдем. Да, пойдемте. She speak a little. She go in Chinese kindergarten and she understand Chinese and speak a little. Сегодня мы пришли в школу. Это канадская школа для иностранцев. Для того, чтобы устроить Полину в первый класс. То есть Полина здесь будет учиться, я думаю. И это школа, где изучают. Половина уроков ведется на английском языке, половина уроков на китайском языке. Школа не мягко. Красивый этот диванчик. Как хорошо. Ой, как хорошо. Сейчас засну. Сюда, девчата. Вот это канадская школа. Это будет моя школа. Будет твоя школа? Да, моя. Ну как тебе она на первый взгляд? Очень нравится. Красиво, да? Да. Так, я буду вот тут жить. Директор. Офис директора. Клиника. А какая моя будет учительница? Здесь. Я санцесо зайнали. Санцесо. Здесь. Где? Нет, ты что? Это ее кабинет. Пошли. Вон, смотри, какая площадка красивая. Футбол будешь там играть? А? А вдруг мне мальчики подают? Что такая? Трусиха-то. А вот и санцесо. Он розовый санцесо, это девчачий, серенький санцесо, мальчачий. Так, ты справишься одна, девушка? Здесь какой-то... А, библиотека, смотри, да? Сцена.
Ну, пошлите. А можно тут вот так вот лечь? Ну, думаю, что, наверное, не надо. А вдруг она тебя не выдержит? Она вон, смотри, на двух, на четырех, не, даже пять даже болтиков сделали. Ну, пойдем дальше, пройдемся, посмотрим, что еще интересного здесь есть. Пойдем поле посмотрим. Поля, ну смотри, как здорово здесь. Трава искусственная. Вот мячик, вот мячик. Девчата сразу же в футбол кинулись играть. Держишь. Все, храни. Давай, 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 Поля, гол забивай. Молодец. Давайте поиграем в вратарь. Поля, у тебя заколка упала. Так. Поля, вставай на ворота. Вставай на ворота. Сюда. Стой, Ника. Мячик дай. Мячик дай. На. Давай. Вставай на ворота и будешь ловить мячик. А ты будешь, забивать. Ладно. Ты вот так делай. Все, давайте. И вот так, когда мячик сюда будет попадать. Сюда ты вот так. Давай. Давай. Раз. Два. Два. Три. Да куда ты? Ты стой. Не мейте. А что? Ну стой. Вот, ты должна разбежаться вот так вот, смотри. Отойди, разбежаться. Разбежаться и... Пах! Она должна поймать! А ты должна поймать, а не отбивать. Короче, девкам лишь бы попинать. Ну давай еще раз. Теперь Ника на ворота стоит, Поля забивает. Вставай. Вот. Так, Ника, лови. Ого. Вот это разгон сейчас будет. Гарден какой красивый строят. Рядом со школой. Это уже действующий гарден. Судя по вещам на балконе. Давай, давай, давай. Далеко ты разогналась. Давай. Бей. Опа, лови, Ника. Короче, я победила, да? Ну что ты, прокомментируешь, как свой проигрыш? Ай, ай, ай. А? Так, Поля еще забивает. Ай, ай. Еще забивает. Давай, забивай. Я! Пока Ника не поймает мячик. Ника, давай, соберись. Соберись, соберись. Поля, хватит, хватит. Стоп, 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 Поля. Поля. Давай. Давай, 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 давай. Бей. Лови. Молодец. Все, теперь меняемся местами. Давайте. Давай, ставь мячик. Кружочек. Стоп. Ну куда вы так далеко? Давай. Пинай. Ну все, пошлите, а то у нас мама потеряет. Лови! Я победила! Ура! Кричи давай! Все, тихо, не вижу. Она говорит,
сейчас как бы каникулы, и, естественно, в классах как бы, не очень-то. Не так, как будет во время учебы. Понятно. Смотри, какое-то покрытие делают, да? Или, может, просто готовят? Школа большая, да, она не маленькая. Большая, ну. Для маленьких. Ну, это для девочек, но это для мальчиков. Далековато только находится, мне не нравится, от нашего гардена. Для маленьких. И что? Для детей. Вот класс. А, ну вот, как раз первый класс. Первый класс. Отлично. А? О, здесь как пыльно. Отлично. Шумоизоляция, видимо, да? Пошли, Полина. Пошли, посмотрим еще. Автобусы. Пойдемте. Пошлите, девчата. Полина, Ника, пошли. Полина. Выключайся. Сколько в школе детей? Вообще, сколько нам? How many children in one class? 25. В этом году насчитывается 360 учеников. 360. Это все, короче, первый класс. Это все первый класс. Ага. Ну, 360 вроде бы немного, да? Да, это не очень большая школа. Ну, потому что это частная школа. Частная школа, ну. Девчачьи, мальчачьи, ну, мы уже это, уже были уже. А вообще, до какого класса-то будет она учиться здесь? Шесть лет. Закрыть, короче. О, какой хороший музыкальный класс, там сцена. Пианино. And we have piano rooms there. А, есть отдельно класс. А это музыкальное входит в программу? То есть будет музыка у них? Да, да. Как в этот отдельные часы или как сказать? Да, отдельные часы. Видимо, такая шумоизоляционная. Что может быть такая же? Шумоизоляционная комната. Ну, я смотрю, они все шумка обиты, видимо, стены это. Специально. Не трогайте, не трогайте. Ну, не трогай. Хочешь играть на пианино? Да. Научиться? Ну, пойдемте. Следующий год Ника пойдет. Через годик пойдешь. Поле. Поле вообще шикардосное. Вообще, девки уже там в футбол поиграли. Да, в футбол мы поиграли. Мячик. Там мячик даже был, прикинь. Мячик. Вот там прям. Да, дальше скажи. Скажи, пошли дальше. По-китайски скажи. Да, еще пошли. Вот будешь учить английский, китайский, будешь нам с папой всякие. Компьютер румс. В среднем классе они начинают изучать компьютер. Да. Компьютерное дело. Как там, YouTube включить, наверное, да? Ага. Учат. Ага, мы и так уже знаем, как. Ну, Полин, ты что думаешь, правда, что ли? Да. Уроки, наверное, будут какие-то задавать на компьютере. Полиграфию учат. Ага, да. А я вот здесь вижу. Здесь иероглифы учат писать.
Из какого начинает это изучать? С первого класса начинает учить уже каллиграфию. Гольф рум. Не надо его шоркать, пожалуйста. You don't know this? Ну, им 7-10. Все. Все, в руки по 3. Дезинфицируют руки. Это помыть. Перед уроком, наверное, или после урока. Ника. Не капай. Помыть руки. Она понюхала. Size room. Что такое size? Ученая какая-то комната. Это типа лаборатория. Лаборатория, ничего себе. С какого класса лаборатория? С первого. Тоже с первого? Да. Поля, ты вообще просто, ты понимаешь, куда попала? Ты просто в школище попала. Будешь играть на пианино, будешь в лаборатории там химанализы делать. Смотри. На компьютере будешь играть. Это лаборатория. Спать. Тебе нравится это, она спрашивает? Все, хватит, девчата. Эй, хватит. Нельзя. Вон такая школа прикольная. Дождик, что ли, пошел? Каллиграфия, да? Ника, да ну уже хватит, уже много не надо. Здесь что? Здесь поделочки все. Ника, да не надо трогать все. Это после поделок руки помыть, наверное, да? Да. Они все умазаны. Прикольно, да? То, что ты называешь. Мне не нравится. Это мыло. Смой. Класс, искусство, смотрите. Смой воды. Ага. Смотри, какой жирафик, не кусь. Я жирафик. Китайцы любят, да, вот эти поделки, да, с глины. То, что говорят, что китайцы... У нас в садике тоже девчата делают поделки из глины. Мы специально записывали их в кружок, они в кружке занимались поделки по глине. Поля, пока. Полина. Это, короче, офис. Учительская. Часики, смотри. Учительская. Вот, смотри, какая парта. Ну-ка, Поля, сядь за парту. Полина Щекина к доске. Отвечает Полина Щекина. Все. Пошли. Все, садись, Полина Щекина. 5. This classroom is used for sleeping. Здесь спят?
Что она сказала? Ну, типа, изменят. Просто это старая табличка. Здесь комната, да? Девчонки, для пошли. Отдыха, да, будет комната? Да, нет, наоборот. Сделали класс, а до этого здесь была спальня. Понял. Поменяли. Поменяли, отлично. Она говорит, сейчас 6, что ли, спальни, но наверху. Поверхнем на спальне. Она, видимо, она сюда не придет, потому что там, видимо, сейчас пыльная грязь. Здесь есть бассейн. They will, Пять девчат играют. They will study to swim. Yes. Учат плавать? Да. Будут учить. Хорошо. Плавать. Дождик идет. Лови! Молодец! Это столовая, говорят. Столовую. Ну, столовую нужно заснять срочно. Ну, там, наверное, раздача, наверное, да? Что там? Когда дождь, вот. Короче, они играют здесь в спортивной комнате. Спортзал. Понял. Вот тут? Нет, вот здесь спортзал. Но сейчас там идет работа какие-то, поэтому она не сидит. Да, пошлите. Все, все, наверное. Давай на старт. Внимание, внимание, марш! Итак, мы сходили в школу, сейчас в школе каникулы, классы все стоят пустые и грязные. Вот здесь ведутся работы по обустройству территории. В общем, нам дали всю информацию необходимую. Мы получили информацию о том, какие у них есть автобусы. Взяли... Так, это прайс. Сколько стоит обучение, это расписание движения автобусов, остановки автобусные, и здесь о школе. Ну скажи, сколько стоит? Нам посчитали, и один семестр обучения, первый семестр будет стоить 25 670 юаней. Семестр это сколько? Семестр длится 4-4,5 месяца. Грубо говоря, полгода, да? Там с каникулами, да, если полгода, посчитать. Потом каникулы и потом второй семестр. А еще она сказала нам о том, что автобус от нашего Гардена не ходит. И мы сейчас будем думать, либо мы будем возить ребенка на автобус, на автобусную остановку где-то поблизости, выбирать автобусную остановку, либо мы будем возить самостоятельно ребенка. В общем, подумаем, выберем это. И помимо этого... В общем, мы погуляли по школе. Мне очень понравилась школа. Показали класс, показали столовую, показали поле, бассейн. У них все есть. И все современно, все выполнены классы. Везде шумоизоляция. Музыкальные класс у них есть. Мне очень понравилось. Компьютерное дело у них будет с третьего класса. Девчонка, мне кажется, тоже понравилась. Поле понравилось тебе, нет, школа? Вы... Понравилось бегать на стадионе. Поле тебе, мне кажется, понравилось, и играть, да? В футбол. Поле понравилось, да? Спортсменка. Веронике тебе понравилось поле на школу? Да. А? Да. А что понравилось, скажи? Игрушки. Игрушки? Какие игрушки? Ну, которые там, да, мы видели. А, так, которые игрушки делают своими руками. Веронике понравился класс искусств. То есть там поделки всякие из глины. Нет, я не поделки.
Мишке понравилось. А что? Ладно, ну все. О, смотрите, какой муж автомобиль едет. По Гардену, видимо, водит. Ой, я тоже хочу. Что, да? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментарии. Всем пока-пока!